Добрый вечер, вы слушаете свое радио, как обычно, с 8 до 10. Это мы говорим о будних днях, с понедельника по пятницу. В этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем. Ну и, понятное дело, песни поем. Ну, не мы, само собой, а музыканты знакомят вас со своим замечательным творчеством. У нас есть добрая, сложившаяся уже давным-давно традиция, по которой, прежде чем познакомить вас с теми, кто в этой студии творит чудо в музыкальном плане, эти самые чудотворцы поют что-то из своего репертуара для того, чтобы сделать в некотором смысле музыкальную заявку. Традиция добрая, давнишняя, ну и мы от нее не отступаем. Сначала песня, затем знакомство. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Ну, вот, собственно, так это будет выглядеть сегодня. Ну, так, может быть, чуть-чуть иначе, может быть, какую-то сторону туда сквозанем, может быть, в эту. Но, в общем и в целом, звучать это будет именно так. Порт Июля,
Так называется коллектив, который сегодня здесь, в программе «Живые», будет радовать вас и, надеюсь, приобретать новых и новых поклонников. Юлия Тузова, вокал, тексты, мелодика. Вот у меня написано так. Мелодика. Что такое мелодика? Юлечка, здравствуйте. Можно микрофон к себе ближе? Вот этот, угу. Поднять, не стесняйся, пожалуйста. Вот, микрофон. Хорошо. Так удобнее, правда? Правда. Хорошо. Спасибо. Далее. По музыкантам, кстати, что касается поздороваться, так я думаю, можно хотя бы раз за эфир все-таки подойти, да? Алексей Засовин, бас, музыка, техника, звук. Здравствуйте всем. А что значит техника, звук? Ну-ка, поясни, пожалуйста, что это такое? Ну, так получилось исторически, что за технические обеспечения нашего коллектива отвечаю я. Ага. Ну, а звук? А звук — это то, что записи, которые все-таки где-то можно нарыть в интернете. Ты сводишь. Получается, да, что да. Звукорежиссер коллектива еще. Пускай будет так. Хорошо, хорошо. Домашний. У Ивана Дмитриева все гораздо проще. Гитара, музыка, все. Никакие техники, никаких, да, добрый вечер. Никаких звуков. Все вот чисто, понятно. Душа. И определенно. Душа. Да, а, вот он, да, душа. Да, да. Все, я теперь знаю, кто душа. Душа коллектива. Ну и человек, как водится в любом коллективе, особенный. Это кухарь. Почему? Потому что у него собственная кухня. У него собственный домик, пусть и стеклянный. Но, тем не менее, собственная барабанная кухня. Это барабанщик коллектива Станислав Портенко. Он имеет свой собственный микрофон. Всем привет. Вот видите, какой он громкий. Сейчас, секундочку, я приберу немножко, а тут что-то шумный ты. Привет. У тебя просто написано барабан. У всех по нескольку, а у тебя барабан. И все. Ну, можно добавить веселье и задор. То есть ты самый веселый и задорный молодой человек коллектива, я так понимаю. Да. Стас появился. Многословен. Многословен. Ну хорошо. Ну ничего, захочешь разговориться. Дай бог. Захочешь что-нибудь сказать, ты так дай мне знать, чтобы я тебе микрофончик включал, ладно? А то я... Все, видишь, выключил уже. Горит лампа? Оп, можно. Понял. Не горит? Нельзя. Но я к тому, что если там оставить его включенным, все испортится. Ну, качество звука, сами понимаете, пропадает. Как называется первая вещь, которая была исполнена сейчас? Да, песня называется «Где-то далеко». Угу. Она была написана сначала в акустике, потом, когда появилась группа, ее предложила, мы сделали. Угу. Да. Но группе-то, в общем, совсем немножечко. Я так понимаю, в июле 14-го только начали. 13-го. 13-го. Два года нам, да. 13-го года. Да, 13-го. Два года коллективу. Два года коллективу, да. Хорошо, но имею в виду не только репетиционный процесс, а еще и выступление. Выступаете вы с 14-го, насколько я знаю. Нет, с 13-го мы как-то... Так... Да. Прям сразу начали. Да, ну, сразу начали. Что будем считать, что коллектив молодой. Через пару месяцев. Коллектив молодой, что такое два года коллектива? Это вот только самое начало. Это, по сути дела, самое начало творческого пути. Не важно, что при этом музыканты уже люди бывалые, знающие. Не важно, что Юля человек давно известный в андеграундной тусовке и в тусовке людей, занимающихся поэзией, поющих и играющих и так далее. Важно, что сам по себе коллектив всего два года. Будем считать, что да. Молодой, новорожденный. Практически да, да, да. Коллектив сегодня в программе «Живые». Давайте как с нами связываться, я расскажу сразу, чтобы потом эту тему больше не поднимать. 46-47 — это короткий номер для смс-к ваших. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а дальше уже все, что хотели бы адресовать группе. Это могут быть эмоции, это впечатления ваши могут быть, это вопросы, опять же, могут быть. Само собой, все, пожалуйста, принимается. Ну и группа, официальная группа, официальное сообщество ВКонтакте, там все тоже просто, достаточно. Анонс выложен с фотографией, в самом тексте анонса название коллектива выделено синим. Это значит, что можете, кликнув на эту синюю надпись, попасть к ним в группу, в сообщество, соответственно, получать информацию будете в первую очередь по концертам, по каким-то мероприятиям. Это тоже бывает полезно, и вообще надо их группу расширять. ВКонтакте. Мне кажется, что надо, чтобы все возможное сделать, чтобы она стала больше, больше, чтобы больше людей были в курсе вашей деятельности. Далее, можно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого нужно зайти на сайт своего радио. Там есть сверхплеер, в котором слева онлайн аудио, чтобы слушать, справа онлайн видео, чтобы смотреть с синим кружочком. Кликаете на этот кружочек и оказываетесь на планете. Планета.ру — это такой замечательный портал. Краудфандинговая платформа, там и картинка, и там же чат, в котором можно писать все, что касается эфира, адресуя туда. Ну и в чате на сайте своего радио, своего радио.фм, там тоже можно отписываться. Ну, в общем, все рассказал, как с нами связываться. Достаточно все просто, посему, надеюсь, ваши сообщения будут поступать регулярно во время эфира. Теперь надо бы, наверное, закрепить успех и спеть что-то еще. Пару слов можно? Нет. Ну, вообще нельзя, да? Можно, можно, конечно. Ну, вообще, хочу сказать вот перед следующей песней, что это вообще чудо, то, что появились
такие замечательные люди рядом со мной, и у нас появился этот проект. Я этому очень рада. И, ну, то есть вот с каждым таким событием веришь в чудеса, и то, что мечты тебя догоняют. И даже вот то, что мы попали сюда, это тоже такое вот чудо. Ну, совершенно как бы так спонтанно все получилось. Спасибо вам. Я сейчас начну чувствовать свою особую значимость. Вы попали сюда. Ну да, в программу «Живые» далеко не все попадают. Это правда. Но это не настолько круто. Групп много, хороших мало. В сравнении с тем количеством, которое есть вообще в принципе. Но мы все равно очень рады. Мы тоже. Надо петь. Что это будет? Заветные желания. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Порт Июля. Поехали. Недлинная песня. Ну так у нас есть длинные-то. Не, это была недлинная песня. Я не ожидал, что она так быстро закончится. Надо вот сейчас о чем немножко потолковать. Кто автор текстов вообще в творчестве коллектива «Порт Июля»? Ну, в основном я. В основном, значит, кто-то еще есть. Например, вот эта песня, она была «Ребята», и она была представлена мне в качестве черновика. «Ребята» — это кто? Кто конкретно из «Ребят»? А кто ее написал, кстати? У нас совместно. Совместно. У нас вообще это, да, как бы тенденция совместного авторства, совместного творчества. И я подредактировала под себя тексты, и ребята не отказались. И, в общем, с некоторыми песнями также, в общем, происходит. Угу. Но в основном я пишу.
Ну, у вас, я так понимаю, как я уже понял, нет такого жесткого разграничения. Либо я пишу, либо никто не пишет. Если парни написали, то, в принципе, это может если иметь место нравится, быть. Если песня нравится, конечно, конечно. А кому должна она нравиться? Мне. И всем. Так. Но сказано было сначала «мне». Соответственно, ну, все-таки главный критик. Потому что то, что мне не нравится, главный критик. Я не буду петь. Но ребята тоже бывают, что я какую-нибудь песню им предлагаю. Говорят, не нравится, что ли? Нет, нет, нет. В любом случае, Юля должна одобрить композицию, потому что в конечном счете она лицо группы, она подает это все, и она должна прочувствовать композицию. Да, вот именно, если да. Если она это не прочувствует, ну зачем? Как она будет это петь тогда, да? Да? Если она это не прочувствует. Тогда так не уходи. Не уходи, не уходи. Попался. Скажи мне, да, скажи, пожалуйста, ну вообще достаточно не просто свои достаточно забирали. Работать, что-то на улице там у нас строят. Свои. Да, видимо, свои. Не просто достаточно работать с девушкой. Во-первых, потому что это несколько иная психология, чем мужская. С мужиками гораздо проще, можно и послать там пожестче немножко. А тут, учитывая ее характер, учитывая ее нежную женскую натуру, ясно совершенно, что с ней иной раз и строго ты не поговоришь. Начинает обижаться. Приходится находить какие-то компромиссы. Сколько было таких моментов? Приходится даже более того себя, наверное, обламывать. Потому что иногда хочется действительно пожестче что-то сказать. Ну, это же Юля, тонкой душевной организации человек. Поэтому приходится слова выбирать. Ну, спасибо огромное вам, что вы как-то находите эти слова, и мы друг друга понимаем. То есть никогда не ссорились? За 2 года ни разу не ссорились? Нет, такого не было. Не было? Не, ну это круто. Ссоры. Но были какие-то там, может быть, обиды. Но это были не обиды даже, это были разногласия, может быть, связанные с подачей. Я, например, меня всегда критикуют то, что я иногда забываю слова. Какие, свои? Да, конечно. Любые. Нет, ну а свои, разве... Свои, не свои. По-моему, ты не единственный человек, который забывает слова. Вот. Это нормально. Нет, секунду. Сейчас я им все расскажу. Мало того, что не единственный человек, который забывает слова, мало того, что это происходит регулярно, более того, регулярно происходит даже в этой студии с людьми, которые знают свои песни наизусть уже много лет, и группы значимые и большие. Это нормально. Это естественно. Это в записи там, в студийной, к примеру. Да, можно 350 раз перепеть и все сделать как надо. А это же живое выступление, хорошо. И даже больше скажу, аудитория любит, когда такие вещи происходят. Потому что это прежде всего говорит о том, что все мы живые люди, и все, что происходит в этой студии, все происходит исключительно вживьем. Это же хорошо. У нас споры идут на предмет того, надо ли нам ставить пюпитр Юле для того, чтобы она читала этот текст. Юля сопротивляется, говорит, что не будет у нее тогда вдохновения, она будет вынуждена смотреть в бумажку. Пульт по-другому. Что? Пульт по-другому. Пульт. Классические музыканты меня поймут. А я не очень. Я не классический музыкант. У классиков пюпитр называется пультом. А, в этом смысле. А, ну просто я не знал об этих тонкостях. А ты что заканчивала, скажи? Я заканчивала Электросталинское музыкальное училище имени Скрябина. Ну, то есть как раз классическое? Нет, народное. Народное? Народное пение, да. А тогда откуда там знают про пульт и пюпитр? Ну, я очень долго играла с Анной Малышевой, она габаистка классическая, с классическим образованием, и она меня этому подучила. Ага. Ну, я просто подумал, может быть, как-то издалека что-то было, какие-то были классические корни, и теперь ты больше других знаешь. Получается, музыкальное образование есть? А у остальных музыкантов? Коллектива? У меня нет. Касаемо меня, оно отсутствует. У меня тоже нет. Единственный человек из музыкантов обычно, кто имеет образование, это барабанщик. Я самоучка. Тоже нет. Гений-самоучка. То есть получается, что здесь из всего коллектива, ну, в общем, фронт-вумен группы имеет образование. Все остальные ребята просто талантливые музыканты, которые помогают ей реализовываться. И реализовываться так, как она это делает. Да. Мы вместе это делаем. Ну, вместе реализовываем свои. А, кстати, это такой вот гештальт. То есть это вот наш... Нормально. Ну, это да. Нормально. Когда говорили о текстах, ну, понятно стало, что ребята иногда пописывают, но большую часть, в общем, ты тратишь, вкладываешь своих чувств и эмоций в тексты. А музыка чья? Ну, вот тоже вот, ну, как бы, смотря какая песня. Вот, например... Бывает, ну, говорите. Бывает, мы берем за основу старые Юлины композиции и аранжируем их. Есть вещи, которые писали мы с Ваней, ну и, соответственно, которые одобрила Юля, набросала на них, возможно, даже текст.
Ну и, соответственно, вообще очень много таких вот черновиков, которые лежат у ребят, и которые меня вдохновляют. Их еще там миллион. И это копать и копать, и что-то делать. Это так прекрасно. Это когда мы будем пенсионерами, у нас будет чем заняться. А бывает так, что... Когда не будет работы, когда не будет никаких обременений, и можно будет заниматься только музыкой, и вот мы будем сидеть там, черновички доставать эти. Когда возможно нас покинет озарение наше музыкальное. Ты мог бы, был бы гораздо более прав, если сказал бы, вот когда мы добьемся определенного уровня и успеха, и когда мы будем зарабатывать музыкой, да, вот тогда уже. Я согласен. Вот это правильный ход. Да. Ты задачу неправильную ставишь. Ты сам себя сейчас программируешь на пенсию. Можно, а надо программировать себя на успех. Можно. Заработать музыку. Можно, можно. И масса тому примеров. Я действительно, согласен. Их много, этих примеров. Они даже в студии были, пример. А, это правда. Надо себя так настраивать. Надо настраивать себя на то, что это возможно. Если бы мы себя не настраивали на то, что вот это все возможно, вот этого всего, где вы сейчас, не было бы просто. Физически не было бы. Замечательный есть фильм, забыл его название. Надо всего лишь 20 секунд смелости. 20 секунд для того, чтобы на что-то решиться. А дальше уже как попрет. И хорошо, если поперло в правильном направлении. Давайте петь. Что-то мы рассиделись тут. Да. Надо песни петь. Что это будет? Вот песня, которую я принесла ребят. А, то есть они мне предложили черновик. Ну, уже с текстом? А, нет, кстати, это вот моя чисто песня. Все. А мы ее аранжировали. Полностью. Полностью. Как называется-то эта песня? Юля, как она? Любовь. Подумала так. Любовь. Как бы обозвать песню. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Порта Юля. Поехали. Любовь. Любовь. На-на.
Какая красивая любовь получилась. Порт Июля, напомню, сегодня здесь, в программе «Живые». Почитаем кое-что, например, в группе ВКонтакте, в официальном сообществе. Елена Варнакова пишет: «Только включила радио, но это было, правда, давно, уже 20 минут назад. Планировала послушать музыку фоном, но первая же песня убила наповал. Жалко, конечно, не выйдет сегодня послушать эфир целиком, но галочку себе уже поставила. Спасибо своему за новые приятные открытия». А Иван Теречев написал вот, что уже писал раньше тут, но повторюсь уж, простите, не знаю, не видел, где писал. «В свое время этот волшебный голос всегда помогал засыпать во время тяжелой бессонницы. Просто окутывает теплом. Как тебе, кстати, когда спят на твоих концертах?» На концертах... Ну, человек засыпает же. Ну, я вот знаю... ну, то есть у меня когда акустические проекты были, и тоже мне вот мой друг звукорежиссер, у него был ребенок, ну, как бы он и есть, вот, Глебушка, он засыпал под мои песни, и мой друг-звукорежиссер говорил, что это высший пилотаж, это если музыка не напрягает, и человек засыпает, это вот, ну, кайф. А я люблю вообще тоже слушать музыку с закрытыми глазами. Сплю я, не сплю, конечно, я просто, ну, как бы внутренне. Чужую музыку или свою? Да, чужую. Да. Я где-то тоже слышал, что если человек засыпает, слушая музыку, это значит хорошо. Значит, она его не напрягает, она ему греет душу. Представляешь, такой высший пилотаж. Тысячный зал, и все спят. Ты поешь, а все спят. А аплодисменты включаются в записи, ну, чтобы людей не тревожить. Ну, так вот она там похлопала, все. Вот. Не, есть же такой термин даже — осознанное сновидение. То есть вот люди специально, ну, как бы играют такую музыку, под которую можно спать и отдыхать. Еще вот мы сегодня озадачились, как называется такой эффект, когда мурашки бегут по телу от музыки. У вас такое бывает иногда? Только, конечно. Вот. Постоянно весь в мурашах. Я когда первый раз, ну, как бы мы встретились, и парни мне поставили в наушниках свою музыку, меня вот так вот растеклось все, и я получила такое вот физическое, такое вот, как массаж такой. И поэтому, ну, я как бы сразу поняла, ну, это вот мое. Ну вот, мы решили немножко поимпровизировать и задать вопрос слушателям. Как называется этот эффект? Эффект чего? Эффект мурашек от музыки. Эффект мурашек от музыки? Ну, есть такой вот термин специальный. Я думаю, стадное чувство. Да. Они же стадами бегают, эти мурашки-то. Они же не по одной. Я не знаю, кстати, сказать. Есть термин, да? Есть термин, да. Ух ты, ух ты. А что подарим за правильный ответ? Подарим. Ну, так есть. Песню. Если уж на заказ, я так понимаю. Мурку закажут, споешь. Я к тому, что если люди будут что-то отгадывать, они же будут наверняка там гуглить, яндексить, ну, в общем, искать. Не, просто я сегодня гуглила и так не нашла. Мне самое интересное просто. То есть задача, я знала, но забыла. Задача становится еще более тяжелой. Значит, надо что-то серьезное дарить. Может быть, билет на концерт. Когда концерт? Вы знаете, у нас концертов в ближайшее время не ожидается пока что. Поэтому нам нечего даже объявить. В качестве подарка. Да. Пока. Ладно, мы сами объявим что-нибудь. У нас есть кое-что, что можно было бы подарить каким-нибудь активным слушателям. А мне самому дико стало интересно, как называется. Давай еще сформулируем. Как научно, да, называется эффект бегающих по телу мурашек? Да, есть. От прослушивания музыки. Да, именно от музыкальных. Тремором это не назовешь, я понимаю. Это другой эффект после другого. То есть получается от прослушивания музыки именно. Да, мурашки от прослушивания музыки. Окей, давайте-ка 4647, свои пробел, дальше ваше сообщение, группа ВКонтакте. Ну, все это, естественно, нужно использовать, а мне самому стало, правда, интересно. Оказывается, такой термин, я даже не знал, что есть такой термин. Серег, ты Сергеевич, скажи мне. Ну, ты смотри, как уже звукачей наших даже по имени-отчеству знают. Вот Максим Зверев пишет: Сергей Сергеевич, респект. Давайте скажем спасибо звукорежиссеру программы «Живые», Сергей Дебальский. Спасибо. Сергей Дебальский. Звук, который вы слышите в своих радиоточках, так сказать, это вот, собственно, не только его рук дело, но сегодня его рук дело. Фриссон называется этот термин, есть такой. Мурашки во время послушания музыки, которая вам нравится. Точно. Новое слово. Ты смотри, как быстро, а? Ты смотри, как быстро. И это, между прочим, Юлия Усова, одна из наших постоянных слушательниц. Фриссон или Фриссон. Спасибо, Юля. Где ставится ударение в этом слове? Так, теперь еще один приз получит тот, кто мне скажет, в каком месте ставится ударение в этом слове. Фриссон или Фриссон? Чтобы потом, если уж блистать знаниями, то точно блистать, а не где-нибудь с ошибкой. Ну, какой термин-то интересный. Юля, а что же вам тогда подарить-то? Ну, мы подумаем. Теперь ты знаешь,
Как называется? Да. Тот самый эфир. Ну, как бы, да. Вспомни, то есть ты знала, но забыла. Я знала, но забыла, да. Правильно оно? Правильно. А как же, где ударение-то? Ну, фриссон. То есть все-таки французское? Фриссон? Да. Такой красивый французский термин. У меня сегодня от вас фриссон. Теперь я буду говорить всем музыкантам, от которых у меня мурашки бегают, ставя их в тупик. Господа, у меня от вас сегодня фриссон. Я хотел бы увидеть реакцию этих людей, которые от неожиданности, я думаю, если медиатор во рту и проглотит его по ходу. Ну, потому что такое вот ляпнуть. Значит, по-медицински, пишет Алексей Сидоров, пилоэрекция. Алексей, вы имеете в виду термин, ну, скажем так, эффект бегающих от музыки мурашек пилоэрекции, а у кого она в данном случае? Мурашка — это пило? Так называется по-медицински? То есть эректированная мурашка? Пилоэрекция? Нет, Алексей, я хочу понять... Совсем уже. Не, а мне правда любопытно корни. Да? Мурашки, которые бегают по телу, с точки зрения медицины, со слов Алексея Сидорова, пилоэрекция. Почему? Причем все эрекции, я не очень понимаю. Ну, а если этот термин переложить на музыкальную сторону, да, то вот человек слушает музыку, приснул слегка, потому что музыка хорошая, и вот мурашки по его телу с таким, ну, побежали. Я вообще сегодня слово нашла. И тормозят периодически. Иеразм. Как? Иеразм. А это что значит? Ну, вот определение этого термина. Ну, я как бы не сопоставила с тем, что я знала до этого, поэтому... Я как бы засомневалась. Так фриссон или иеразм? Ну, фриссон, правильно, да. Фриссон красивее звучит, да, чем иеразм. Да, да, да. Как-то, ну, приличнее. В общем, да. Пилоэрекция, иеразм. Скажешь кому другому, ведь люди, которые сейчас в этой студии понимают, о чем речь, а кто-то чужой так начнет думать, что я его троллю потихоньку. Значит, Алексей Сидоров пояснил, мурашки или гусиная кожа называется пилоэрекция. Так, секундочку. У вас до сих пор, Алексей, было пилоэрекция, а теперь вы пишете пилоэркция по-научному. Есть там все-таки буква «Е», я хочу понимать? Или в каком месте вы сейчас, допустим, просто, может быть, опечатка, может быть, правда, не про эрекцию речь вообще, может быть, эркция какая-нибудь. Значит, Владислав Масиков пишет, а вот еще этот феномен называется ASMR, если с латиницы. Значит, automous, это, видимо, латынь, правда, automous sensory meridian response, автономная сенсорная меридиальная, меридиональная реакция. Вот как. Нет, все-таки фрисон мне нравится больше. В этом, это слово короче, яснее, понятнее и гораздо эротичнее. Что мы дальше петь будем? Да, песню. Ну, ладно. Да. Прям песню будем петь? Прям песню. Как называется река. Песня? «Река». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня порт июля. Погнали.
Ах, красота-то какая. Юль, ну что, подуспокоилась уже? Ну, подуспокоилась. А значит, это нормальное для тебя состояние. А вот Андрей Архипов пишет, как же это божественно звучит в глубоких недрах питерского метро. Я балдею. Жаль, что связь не вечна моего оператора о этих самых подземных недрах. Спасибо этому светлому голосу за песни и коллективу в целом за музыку. Спасибо. А вот Стас Крутовский писал, несколько минут назад стоял вопрос, а в чем, собственно, фишка-то группы? Знаете, если бы я его серьезно задал, мне бы после вот этой песни стыдно бы стало. Но люди потихонечку начинают понимать, в чем фишка, да, что за группа, что за музыка. Я всегда говорю, что по одной-двум песням, наверное, трудно определиться. Нужно как-то послушать программу целиком или как можно больше. Передавайте привет Порту Юля от ETC или ETC. Это как, это латиница или кириллица, я не очень понимаю. Они поймут, это что это такое. Это... Микрофон. У нас либо в микрофон, либо молчим. Это мой рабочий коллектив. Ребятушки, спасибо вам как за поддержку. Как это читается? Это латиница или... ETS. ETS, это русский. Это компания, в которой я работаю. Кириллица. Да. А кем ты работаешь? Трудяга. Я работаю техническим директором. Да, начальником. Я работаю начальником. Компания занимается... Ну, я же сейчас рекламирую. Да, да, в Бугороде у нас можно, чего? Хорошо. Компания занимается выставочным строительством. Хорошо сказал, у нас 40 минут лекции, да. Компания занимается выставочным строительством. Ну, собственно, под моим непосредственным руководством это все происходит. Что такое выставочное строительство, прости? Строительство выставочных стендов. А. Да, на всевозможных выставках по миру, по России, в Москве, естественно. Основной фронт работы в Москве. То есть это вот все эти красоты, которые обычно на больших выставках, это ваша работа? Ну, не то чтобы все, конечно, и не то чтобы наши. Все-таки маленький спектр. Но тем не менее. Но все же. Окей, замечательное место, я думаю. Ну, надо тогда Ивана теперь дернуть тоже. Кем ты работаешь, дружище? Я руководитель отдела закупок. Второй руководитель в коллективе. Да. Чего закупаешь? Я силовое электрооборудование. Для стендов компании ETS. Понятно. Я сейчас, честно говоря, с трепетом нажимаю кнопку микрофона у барабанщика у Станислава. Начальник чего ты? Скажи, пожалуйста. Работаю в 10 группах. Я не начальник, может быть, к счастью. Я работаю в автобизнесе. Знаешь, я сейчас анекдот вспомнил. У меня бабушка замечательный человек, работает в министерстве. Да, боже мой, а кем? Уборщицей. Ну, неважно. В автобизнесе ты кем, прости, работаешь? Инженер по гарантии. Ну вот. Вот. Инженер по гарантии, это что значит? То есть к тебе привезли машину, ты ее гарантируешь, потом с тебя все стружки снимают. Да. То есть это тот самый человек, который отвечает за ремонт автомобиля. Можно так сказать, по гарантии, оформлению и так далее. Понятно. Серьезный человек. Ну и параллельно пишу музыку. В принципе, играю на всех инструментах. На каких на всех? Барабаны, бас-гитара, гитара, клавиши. А, так ты мультиинструменталист, человечище какой. Вон кто у вас в группе? А ты знала, да? Конечно. А ну, мало мы ли. Так и познакомились, да. Ага. То есть он его когда... прекрасная девушка, так. Просто замечательная певица, вообще такая российская. Как звать? Ты можешь? Можно Ульяна. Ульяна Чеботарь. Так, надо записать себе, чтобы понимать, о чем речь, надо послушать. Понятно, спасибо. Ну, а ты, в общем, нигде больше не работаешь? Я работаю, да. Я работаю, и я руководитель фольклорной студии, фольклорной детской студии. А, детишками занимаюсь. Да, детишками занимаюсь, да. Вот, ну, это хорошо, когда человек занимается детишками, значит, добрый человек. Добрый и открытый человек. А тут вот мелькал сейчас Сергей Зимин, кто это, знаешь? Это из той же компании. Понятно. ETS. Вот я хочу человеку просто объяснить кое-что. Видимо, он с психологией не очень дружит. Он тут настаивал, чтобы я вам срочно приветы передавал. А то, что вы волнуетесь. Надо приветы передавать. Вот я Сергею хочу задать вопрос. Вот представьте, Сергей, вы выходите на сцену, может быть, не в первый, но во второй раз, в третий раз в своей жизни. Вам говорят, все твои родственники, мама, папа, друзья, все сейчас в зале сидят, все на тебя смотрят. В общем, памперс, я думаю, Сергей, вам бы было нужно под себя взять. Давайте мы просто дадим ребятам нормально работать, и они, я думаю, будут чувствовать себя спокойно и свободно, тогда, когда не будут думать о том, сколько же людей сейчас, знакомых, родных и близких, слушают эфир. Это всегда мешает. Я пытался ему так в двух словах это объяснить, он меня не понял. Но то, что он тут есть, вы теперь знаете, да? Теперь вам легче стало на душе? Я помашу. Специально для Сергея. Помаши. Помаши. Может быть, он этого и добивался на самом деле. Надо бы петь что-то. Что это будет? Да, это будут голоса. Песня «Голоса». Правильно? Я так понимаю, это тяжелое прошлое?
Я помню песню группы «Центр». «Голоса зовут». Я думал, господи, это надо человека довести до того, чтобы его по ночам голоса звали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Порто Юли. Поехали. Больше вам унисон.
красивее. Красивее очень песен получается. Да. Красивее очень. А скажите, ребятки, а сколько по хронометражу, так, например, навскидочку, песни, которую мы уже будем часто прошел почти, закрывать этот час? Чтобы я мы понимал. Всего спели 5. Я не спрашиваю, сколько спели, а спрашиваю, сколько по времени будет следующая песня. А, следующая где-то около 4 минут. 4, окей, значит, у нас есть некоторое время, чтобы поговорить. Я тебе что скажу. Народ, честно говоря, потихонечку обезумливает. Спрашиваю, ну, я задавать такой вопрос глупо было бы. Будет песня «Безумие». Глупо было бы, потому что, мне кажется, это сам по себе вопрос не совсем тактичен, не совсем точен, да? Но он возник, а это уже говорит о том, что ты вызываешь определенную реакцию. Спрашивают, не хотели бы вы спеть «Сын и желанный» в дуэте? А, мне кажется, вопрос надо несколько иначе задавать. Хочет ли Инна желанное? Умничка, что ты это понимаешь, да? А вот я, может быть, тоже хотел бы с Инной желанной спеть в дуэте. Мы давно дружим, и давно у нас хорошие теплые отношения. Но я почему-то ее об этом не спрашиваю. Вот когда у нее возникнет желание спеть со мной, вот тогда уже. Но это, прежде всего, говорит о том, что тебя уже начали признавать, причем сразу. Причем сразу и сходу. Это клево. Так вот, не могу я все же, надо поставить точку в теме, которую мы только-только вот совсем недавно, в теме фрисона, которую мы поднимали. Я хочу просто это сделать красиво при помощи Алексея Сидорова, коль уж этот вопрос возникал. Вот что он пишет. Рефлекс, и внимание, рефлекс, приводящий к возникновению гусиной кожи, называется пиломоторный рефлекс. В результате стимуляции сенситивных периферических нервов, исходящих непосредственно из спинного мозга, происходит возбуждение вегетативных периферических нервных окончаний, которые отвечают за сокращение гладкой мускулатуры волосяных фолликулов. Сокращаясь, мышцы фолликулов поднимают волоски на теле организма и наблюдается эффект полиэрекции. Так вот. Когда человек говорит, у меня от вас волосы дыбом стоят, надо говорить, у меня от вас пилоэрекция. И вот на этом мы в этой теме ставим точку и движемся, наконец, дальше, имея в виду, понятное дело, в эту тему музыкальную будет песня. Программу. Ребята, кстати, мне принесли черновик, а так. Я написала текст. Про пилоэрекцию? Было бы неожиданно. На самом деле, было бы неожиданно, если бы такие совпадения происходили и случались. Я хотел бы, конечно, поговорить немножко больше, возможно, о твоем прошлом до группы, потому что там много чего интересного. Но, наверное, мы это дело уже перенесем на следующий час. Ладно, потому что сейчас просто уже физически не успеваем, времечко поджимает. Тем, кто нас слушает, возможно, сегодня впервые, такие тоже могут быть люди, они периодически появляются у нас новенькие, это приятно. Мы заканчиваем этот час песней, затем небольшой перерыв, это будет небольшой, совсем правда, перерыв там с музыкальным вкраплением, плюс рекламочка, а затем мы вернемся в эту студию еще на целый час. В итоге, как называется песня, которая будет сейчас звучать? «Не отпускай меня». Да она я была... не пытался даже. «Не отпускай меня», она была сначала, называлась «Отпусти меня». Я ее переделала. «Не отпускай». Поменялись жизненные обстоятельства, да. Поменялись смыслы. Ну, в общем, все правильно. Все как у людей. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Порт июля». Поехали. Разряжу.
разрешается. Аккорд, гармония, суть, же. Давайте мы продолжим с радостью и удовольствием. Напомню, вам сегодня здесь Порт Июля. Прежде чем продолжится песнопение, потому как пауза была длинная, большая, я прочитаю одно из сообщений в чате на планете. Вот, например, от Николая Топникова. Очень круто все звучит, пишет человек, особенно бас, особенно в наушниках. Но, судя по всему, человек подключился к нам совсем недавно, вероятно, один из новых наших слушателей, возможно, благодаря группе Порт Июля, в том числе. Хочу сообщить и ему, и всем тем, кто делает для себя откровение, открытие, и для них откровение радиостанция «Свое радио», программа «Живые». В общем-то, скажу наглую вещь. Но лучше, чем у нас, живой звук в эфире радио не делает ни одна радиостанция. Я за эти слова отвечаю. Мы, собственно, для этого приложили максимум усилий. И исключительно поэтому у нас топовые звукорежиссеры. Исключительно поэтому у нас здесь те условия, в которых музыканты, Сережа, это тебе, музыканты могут раскрываться по полной программе. Так что, если вы хотите качественного живого звука, то с понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера разная, абсолютно разноплановая, но однозначно интересная живая музыка. Надо петь дальше, просто потому что пауза была большая. Что это у нас будет сейчас за песня? «Живи в моих снах» — это новая песня. Правда, мы пару раз ее играли на концертах уже, то есть это не премьера, но все равно такая вот навяк. Новинка. Да. Окей. Приятно, когда новые вещи музыканты позволяют себе сыграть здесь в живых. Итак, погнали? Видимо. Станислав кому-то там смс-ку пишет, как я понимаю. Кому? Секунду, хорошо. Раз у нас есть секундочка, я напомню, что с нами можно связываться достаточно просто. Это 4647, короткий номер для ваших смс-ок. 4647, пишите сначала свои, пробельчик, а после этого пробельчика уже все, что хотели бы адресовать группе. Как вопросы, так и эмоции, впечатления. Ну и все, что хотелось бы сказать в данный момент. Это важно, потому что не у всех есть возможность, ну скажем, быть в данном случае рядом с компьютером. Не всегда удобно в соцсетях телефоном пользоваться, а смс-ки всегда просто. Также точно уже удобно
удобнее, может быть, кому-то, например, ВКонтакте, там, в группе, в официальном сообществе радиостанции писать массу всяких разных полезных, надеюсь, вещей под анонсом сегодняшнего эфира в чате на сайте, в чате на планете. В общем, отовсюду мы зачитываем. Станислав, готов. Шахерезада Ивановна, я готова. Погнали. Ногах, правда, нет, так говорят. Еще раз напомню, порт июля сегодня здесь в живых. Надеюсь, мы радуем вас. Для кого-то открытием, для кого-то продолжением знакомства. Когда мы говорим о продолжении знакомства, я бы хотел вот о чем. Если говорить о группе, порт июля, то ей 2 года. Да. Но надо заметить, что Юля Тусова — человек, который давно уже на сцене, давно уже
дарит людям свое творчество. И вот просто хотя бы даже по фестивалям, которые у меня здесь в перечне есть, имея в виду года, в которые все это происходило. Вот, например, фестиваль «Сирень Тюмень» 2001-2002, «Поющая я», хороший фестиваль. «Москва» 2004 год, 99 год, фестиваль «Дашт» в Москве, «Лестница» в Санкт-Петербурге 2000 года, «Произвольная космонавтика» — это Москва опять 2000 год, «Могучая кучка» — Санкт-Петербург 2002 год, «Пустые холмы» 3, 5 и 10 годов, «Этнолайф» 6 года, «В Череповце» Сашин день 10 года и «Купал на Рожайке» 11 год. Это все до возникновения «Порта Июля». Это все происходило до того, как родилась вот эта группа. Расскажи немножко об этом периоде. Нет, это не все. Это конечно. Не все, но это все, что у меня есть, ну, да, да? Да, да? Вот, возможно, это, ну, там альбомы уже. 1, 10 и 13 годов. Mm-hmm. Это, я так понимаю, альбомы тоже пока не имеющие отношения к группе «Порт Июля». Да, да, да. У нас еще нет альбома. Видимость, но улыбаюсь. В перспективе. Mm-hmm. Да, только mm-hmm. в перспективе пока. Mm-hmm. Расскажи об этом периоде своей жизни. Да, да, да. Ну, выступала я. Я сочиняю давно, да, и с 15 лет, и... То есть целых три появлялось... года? Что? С 15 лет целых три года сочиняешь уже? Спасибо за комплимент. На самом деле, все это происходило в основном в акустике. Правда, когда я училась в Черкесске, у меня была группа «Остров», если кто-то меня слушает. А в Черкесске, прости, я пропустил. Я жила три года на Северном Кавказе. Вот. Ставропольский край. Ставропольский край, да. Ставрополь там... вообще мой любимый город. Я там школу закончил. Где? В Ставрополе. Да ладно. Шестая школа на улице Льва Толстого. У меня есть песня про улицу Мира. Это как раз... А жил на улице Мира. Да ладно. Рядом с автовокзалом. Вина Ставрополя магазин. Ну, ладно. Поговорим. Обсудим. Да. Где я только не жил. Ну ладно, это отдельная тема. Итак, ну и ну как-то вот я даже вообще не планировала перебираться в Москву. Вот, но уже тогда писала, выступала и пыталась там, ну, какие-то... А перебралась в Москву когда, прости? Когда мои родители переехали в Подмосковье, я с ними... Какой год это был? Ой, я не помню. Нет, ну все вот эти фестивали... Где-то 90, что-то там, 8-й. А, то есть все эти фестивали были уже, когда ты жила в Москве? Ну вот это да, угу. Это уже московская такая тема. Угу, угу. До этого тоже были, вот, правда, и даже в Черкесске у нас был рок-клуб там свой, у нас было 7 групп, угу. Да, в то время. И, в общем, вот. Ну, я играла в основном в акустике. Ко мне присоединялись иногда разные музыканты, вот, и был у меня проект с Анной Малышевой, с габаисткой, и потом впоследствии мы записали альбом «Подлежащее», который, в общем-то, достойно звучит, и спасибо Ване Марковскому, который это все сделал и занимался саунд-продюсерством, и вот. Так. Кратко ты о своей жизни. Такая насыщенная биография, так много фестивалей, так внутри альбома выпущено. Не, но действительно много всего, что все не перечислишь. У меня вообще, я как бы рекордсмен по проектам с огромным количеством детей. То есть у меня есть проект с Юлей Тюниковой, «Тю-тю» называется. Потом у меня сейчас есть проект по народным песням с прекрасной Натальей Скворцовой, джазовой музыканткой, пианисткой, и Сергеем Проворовым из Ростова. То есть это реально существующие проекты, которыми я тоже занимаюсь, и мне это интересно. Вот. Но основной, конечно, вот сейчас вот это «Порт Июля». Потому что мне очень интересно создавать картинки, и не только мне, всем остальным, узоры, которые мы делаем музыкой. Красиво. Честно говоря, до эфира, я был почему-то уверен, что название «Порт Июля» родилось от двух, вернее, от одной фамилии и от одного имени. Да, Портненко и Юля. Так совпало. Да. Мы этому очень удивились. А теперь понимаю, что никакой связи здесь нет. Вот именно в этом названии, то есть название коллектива. Да, да, мы долго выбирали название. Нам хотелось, чтобы последнее было «Июля». Угу. Вот, а первое слово, ну, в общем, мы его вынашивали. Где-то, наверное, около года. То есть июля была? Да, июля а была. А первой части не было. А Портненко потом пришел. И вот от него, собственно, от барабанщика этого фамилии. Ну, это ирония, безусловно, это не так, но забавно, конечно, так получается. Пацификарт пишет: «Космический привет от космофильма.
слушаем, видим, монтируем, красим. Ура! Это что? Это кто? Это Юра, это мой друг. Вот. Космофильм, кстати, это кто это? Ну, как бы частично из Ставрополя. Ну, это студия, как бы киношная студия, которая... Ну, какой она к тебе-то имеет отношение? Ну, вот просто Юра, друг, он... мы недавно сняли видео, и до сих пор, в общем, я недовольна, я вообще перфекционистка, и я до сих пор его не выкладываю, потому что мне не нравится мое лицо. А Юра в курсе? Да. Конечно, в курсе. Вдруг он не знал об этом, а ты ему сейчас об этом сообщил. Что, в общем, не очень нравится. Ну, вообще, кто меня знает и кто является моим другом и подругой, они об этом знают, что все не так просто. То есть тебе, в принципе, не нравится свое лицо? Ну, нет, иногда нравится. Но так как человек меняется, да, и... Ну, ой, вот не там говори. Да-да-да, продолжай. Да-да-да. Ну, в общем, как-то произошла фиксация на чем-то. В общем... Ну, может, это и хорошо, когда ты так строго относишься ко всему, что происходит. А, кстати, что это за видео, если уж ты его не выкладываешь, то хоть объясни, что это такое. Есть вообще видеоролики? Вот как раз мы застряли на этом. А так вообще есть концертные видеоролики. Из «Белых облаков» был концерт в акустике. Причем с нами играл Петя Акимов на виолончели. И всячески поддерживал нас в наших начинаниях. И спасибо ему. В принципе, вот качественных таких вот как бы клипов нету, у нас нет. Нет пока. Так, подожди, еще два. Я забываю все время, памятуя о том, что Юля давно уже на сцене, но забываю, что группе-то «Порто Юля» всего 2 года. У нас еще альбома нет. Еще альбома нет. Ну да, будет альбом, потом... будут и клипы, да. Я думаю, все будет еще. Надо бы петь. Да. Как это будет песня называться? Это будет премьера. Это совсем вот премьера-премьера. Ой, спасибо. Которую мы нигде не исполняли, но в то же время песня очень старая. Это моя песня. Я написала 18 лет. Ну, это как гештальт такой, вот она меня сидит во мне, мучает меня. Я ее ни с кем не делала, ни с кем, даже в акустике ее очень редко пела, где-то там далеко. Вот. И мы ее как-то за нее взялись и как сделали. Называется? «Безумие мое». Такая подростковая песня. Пока ты идешь к микрофону, я прочитаю сообщение Телины Варнаковой. Все, я восхищена этой магической музыкой, в частности, дивным голосом Юлии и просто волшебными пальцами Алексей. Я до сих пор не могу поверить, что такие звуки может издавать бас-гитара. Пусть это сообщение поможет вам сыграть и спеть эту премьерную песню. Спасибо. Исключительно качественно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Порто Юля». Поехали.
Вот и неожиданная песня. Премьера, но правда совершенно неожиданная, потому что все, что было до сих пор, звучало абсолютно иначе. Ну да, мы... Это что значит? Это значит, немножко меняется такая, скажем, направленность музыкального творчества? Или это небольшой эксперимент в общих, понятных и знакомых, ну, скажем так, чертах группы? Да, как эксперимент. И в то же время мы любим разные песни. То есть вот, ну, как вы заметили, много, конечно, такой женской лирики. До этого было, может быть. Было бы странно, если бы и не было, да? Ну да, но в то же время есть такие, ну, все-таки тяготение у меня всегда было в некую такую альтернативу от женской лирики, поэтому, ну, такие вот песни тоже, от которых, ну, в общем, нервы. Нервная песня. Я сейчас никоим образом не хочу что-либо сдвигать в каком-то, не знаю, в сознании у кого-то из музыкантов или у тебя, но то, что прозвучало сейчас, мне показалось гораздо более драйвовым, ну, что ли, мощным по сравнению со всем предыдущим. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Это хорошо и то, и это. Вопрос в том, что, мне кажется, у этого есть некая перспектива, что ли, в развитии. Мне показалось. И знаете, как-то мне... Я, конечно, могу долго, могу... Но мне понравилась эта штука. Вот эта метаморфоза. Неожиданное. Спасибо. Правда, очень неожиданное. Юлия Усова пишет, вот что очень сильное впечатление от группы, от музыки, от голоса, от звучания слов, вне зависимости от смысла. Сначала выжила слезы. Не слезы умиления, а боли в момент слабости, которые никому нельзя показывать, а только закрыться дома и плакать, пока не сможешь себя в руки взять. К концу первого часа окончательно захотелось в мороз выйти на улицу, лечь в сугроб и тихонько постепенно замерзнуть навсегда. Не хотелось бы услышать их случайно и внезапно разрыдаться где-то на людях слишком сильно. А ведь шла домой в совершенно другом настроении, пишет Юлия Усова. Спасибо, Юль, за такие откровения. В общем, спасибо. Ну, что у тебя вызывает подобные, подобные слова? Удивление? Ну, радость? Ну, вообще... Удовлетворение? Ну, как? Что происходит резонанс. Вот, вот, вот такая, такое слово есть еще. Mm-hmm. Резонанс от музыки, когда что-то влияет, какие-то вибрации, да, музыки на душу человека и его. Ну, то есть это вызывает какие-то эмоции, и причем эти эмоции бывают очищение, да, эмоции очищения. Катарсис. Красиво. Ну, красиво. Я рада, что так происходит, потому что то, что если меня музыка переворачивает и изменяет меня, и изменяет какую-то мою эмоцию, я считаю эту музыку настоящей. Я тоже считаю эту музыку настоящей. Вы-то играете настоящую музыку. Вопрос, в общем-то, не в том был. Немножко. Скажи... А, ну нет, я не пыталась там как бы подвести к этому, что... Ты правильно сделала. Типа... Все, молодец. Все очень верный ход. Я согласен, подписываюсь. Леш, скажи, пожалуйста, у тебя есть знакомая по имени Елена? Возможно. Варнакова. Чего-то я не знаю. Такое ощущение, что она тебя кадрит. Уже не в первый раз пишет, ах, это бас-гитара. Завораживает, слов других нет, один восторг. Ну, возможно, что? Елена тоже играет на бас-гитаре. Так, ты сейчас проявляешь интеллект? Или ты знаешь все-таки эту девушку, скажи мне? Нет. Ты, Лена, напишите мне, пожалуйста, почему вас так бас-гитара, собственно говоря, с ума-то сводит. Здесь есть прекрасный вокал, здесь есть хорошие, замечательные барабаны и гитара, кроме всего прочего, помимо бас-гитары. Но Лена почему-то сконцентрировалась именно на басу. Простят меня филологи за такой словесный оборот. Надо петь дальше. Что это будет? Угу. Такая монументальная песня о добрых стремлениях и позитивных настроях. «Запомни этот день» называется. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня порт июля. Поехали. Thank you.
такое неподдельное детское счастье сейчас в ее глазах. А скажи, почему? Ну, потому что, ну, как бы текст, он заложен, он тоже действует как-то на сознание. И это здорово, когда ты веришь. Вот это как вторая наша песня, прозвучавшая сегодня, «Заветное желание». Также и вот эта песня, она как-то вот настройки как-то меняет на что-то вот, вот даже лично во мне. Народ кричит «Браво!» и сообщения пишут подобного содержания «Браво!». Я задам тебе бестактный вопрос. Ну, почему-то он считается бестактным, хотя я вообще не считаю, что это правильно, потому как были эпизоды в жизни моих товарищей, когда ознакомились с девушкой, он решал, что уже все можно, а ей еще только 15. Да. Я почему спрашиваю? Потому что голос у тебя очень юный, звонкий, я бы сказал, даже где-то детский. А это, кстати, говорит о внутреннем мире человека, об его открытости, о его, может быть, в хорошем смысле наивности и о таком детском, да, я наивная и доверчивая. Детском светлом, да, детской светлой доверчивости. Сколько тебе лет, скажи мне, пожалуйста? Давай удивим публику. 37. 37. Ну, ты что, забасил? И вдруг она забасила. Так вот, замечательно, кстати, что ты этого не скрываешь, просто потому что это, по-моему, глупое кокетство, в принципе. Но ты не выглядишь все равно свои 37, можешь жить спокойно. И я не очень понимаю, почему тебе свое лицо не нравится кое-где. Очень красивое лицо. Очень красиво. Вот на мужиков-то как глянул, да? Смотреть. Правильно. Но та манера, ну, скажем, некая легкая детскость и та самая наивность и открытость — это страшная история для тебя, мне кажется, иногда бывает. Потому что часто так люди делают в душу-то. Эти вряд ли, эти твои. Если она меня сейчас слушает, ей больше привет. Рита Медведева, она живет в Екатеринбурге. Вот. Ее родители тоже в театре работали, и мои тоже. Это как бы мы из театральных семей. О, как? С 7 лет дружим друг с другом. Подожди, у тебя родители театралы? Да. Ага. Да. А в Черкесске чего делали? Прости тогда сразу. У нас там дедушка заболел в Кисловодске, и родители поехали его как бы работали ухаживать. Там. Да. Оба актера? Нет, мама не актриса, а папа актер. Юрий Тузов. Тоже привет ему. Он волнуется всегда, он меня всегда поддерживает, на самом деле. Я тогда тебе больше скажу. В моем творчестве. Я тебе тогда больше скажу, почему я в Ставрополе оказался. Мама актриса театра драмы была тогда, на тот момент, Ставропольского. Да, папа режиссер, но, правда, жил совершенно в других местах. Ну, поговорим после эфира, мне совсем стало интересно теперь. Да, извини, перебил. Да. А я хочу передать привет своим детям, пока они не ушли спать. Они так этого ждут, а я совсем об этом забыла. Дети, если вы еще не ушли спать, вам большой привет от мамы. Подожди, а сколько детям? 13, 9, 6 и 4. Ну, два последних, ладно, а два первых ты вряд ли, они пошли спать-то. Ну, в это время. Да. Без присмотра так клево. Я надеюсь, старший дома. Вот-вот. Я еще хотел сказать, дома ли. Четверо. Дома ли? Четверо? Да, у меня четверо. И вот, я заговорила про Риту Медведеву. У нас была такая поговорка с ней. Мы делали визитки, рисовали. И думали, что написать. И потом в итоге придумали, что написать. Простая девушка. А, я русская простая девушка со сложной судьбой. Эк, как так повернуло-то? Да, это настолько отразилось в моей жизни, что я так думаю, что, конечно... Мне действительно очень интересная и сложная судьба. И я, ну, как бы рада за то, что она такая. Как говорят, что нас не убивает, то нас делает сильнее. Вот ты сказала, четверо детей не так давно, как никак не дали, как в субботу. И я, честно говоря, был, может быть, ты в курсе, может быть, ты знаешь этого человека, был потрясен до глубин самых-самых. Есть такая чудная группа, называется «Ключевая». Да, мы с ним, ну, как бы с ней. Вот, и... есть такая группа, которая называется «Калинов мост», да? Юра Иванов, который был и есть басист, собственно говоря, и директор на группу «Ключевая», и басист, и директором он был «Калинова моста». Ну, зашел он в гости с женой сюда, просто забежал, что называется. И что-то зашел разговор. Как ты думаешь, сколько у него детей? 6. 10. 10. Я... был не просто в шоке, а в полукоматозном шоке. Но я говорю, как ты умудряешься? У тебя постоянно светлые, счастливые, открытые глаза. И ты вот все еще после этого еще играешь и поешь? Скажи мне. Это, конечно, я пошутил, безусловно. Но это большое счастье, мне кажется, когда и музыканты, и творческие люди не забывают о том, что, собственно, надо как-то
рожать? Дети-проводники вообще, они к Богу близки, поэтому всегда от них набираешь чего-то свеженького, новенького, и по ощущениям. Вот у Лёши родилась недавно дочка. Первый шаг сделан. Второй ребенок, да. Старшим, да. У Лёши двое, у Вани одна большая уже девочка. Стаса ждем вот. А чего вы от него-то ждете? Ну, у него еще пока нет. Его дело не хитрое, это уж надо про его девушку сейчас поговорить. Готова ли она к тому, чтобы вы Стаса ждали? Стас приедет, ребята ждут, скажет он ей. Ребята ждут. Да. Все, давай. Я думаю, что она прям с радостью сейчас от счастья засветится вся. Так, давайте петь. Ребятки, надо еще петь что-то. Что это будет? Песня, она в основном... Мы даже почти не меняли там текст. Ребята ее написали. Проходила мимо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня порт июля. Погнали. Серега мимо проходил и прошел. Это проходящая песня. Проплывающая, я бы так сказал. У нас остается не так много времени, еще две песни, да? Да, у нас две песни. Надо их обязательно успеть спеть, чтобы всю программу отыграли сегодня. Я вот о чем, ну, понятно, что с концертами сейчас пока об этом спрашивать нет смысла. А вот что касается дальнейшей перспективы. Альбом-то когда будет такой, чтобы можно было им блеснуть уже? На этот вопрос ответит Алексей Засовин. Понятно. Басист нашей группы «Порт июля». Он же звукорежиссер. Он же трудяга. Сейчас идут дебаты, где писать, самостоятельно или все-таки идти в студию. Возможно, второй вариант. Все-таки более логичный. Да, что значит самостоятельно? Самостоятельно, на базе на своей. На базе на своей. Да. А почему все отговаривают. А почему? Все отговаривают. Ну, говорят, не стоит овчинка выделки. То есть все-таки проще пойти в студию, заплатить денежку, и профессионалы все сделают красиво. Я пока еще не уломался. То есть ты пока еще... Не, ну, на самом деле, если честно, то работа, в принципе, идет. У нас какая-то и внутренняя работа уже была. Какие-то черновички, наброски есть. В принципе, от видео, которое Юля пока еще не которому Юля не дает ход, там как раз живая музыка, записанная у нас, собственно говоря, своими силами.
Но все-таки мы пойдем в студию, я думаю, что в ближайшее время. Угу. Наверное, возможно, там месяц-два, и займемся очень плотно. А в этом альбоме будут те песни, которые сегодня звучали? Конечно, будут, да. Хотя у нас уже сделано на два альбома песен. То есть можно ли считать, что сегодня у нас некая пред-пред-пред-презентация того альбома, который скоро должна будет писать группа «Крутые»? Да, мы будем надеяться, да. Но, значит, получается, аудитория своего радио в данном случае одни из первых слушателей некой компиляции такой музыкальной. В глобальном смысле аудитория сейчас действительно является... Кто? Что? Я прослушала. Первый раз слышит, короче. Да, сейчас то, что наша аудитория сейчас является первооткрывателями в основном. Ну да-да-да. Да, сегодня для них происходит фрисон. Кто не слушал сначала, переслушайте. Ничего, они потом послушают в архиве. Те, кто пропустил, что такое фрисон, ну, они могут почитать, собственно говоря, все, что происходило по этому поводу вокруг обсуждения этого термина раньше здесь, в переписке, в группе, в официальном сообществе. Так что красиво звучит, правда, фрисон. Надо бы, наверное, спеть что-то, а потом мы посмотрим, сколько у нас времени остается на то, чтобы запланировать еще и финальную песню сегодня. Как же быстро время-то летит. Да, быстро второй час пролетело. Первый. Пролетел. По мне так первый еще быстрее. Как называется песня? «Ставь меня на краю». Она есть на альбоме «Подлежащая», но мы ее сделали совершенно по-другому. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Порт Июля». Поехали. Да.
Эх, к сожалению, времени у нас совсем мало на одну песню, и даже буквально говорить-то больше будет нельзя, просто надо будет ее спеть, и все. Хорошо, если бы она была хотя бы в 3 минуты. Нет. Длинная? Ах, ну, значит, пересидим. Юлечке большой привет с Краснодара. Мы до сих пор под впечатлением от концерта, пишет Люда. Да, Люди, привет. А чего мы присаживаемся? Петь надо? Я имел в виду, мы перескочим уже в следующий час, но что делать? Моя вина, мы долго говорили, но песню нужно спеть все. Зачем? Нет. Решайте, только время уходит. Как называться будет та песня, которая будет сейчас звучать? Уже решите. Жили-поживали. Это любимая песня нашего барабанщика. В кавычках. Понятно. В общем, дали бы ему возможность под конец эфира почувствовать себя не очень хорошо и комфортно. Ну, вот такая песня, она прощальная, вот, поэтому мы ее поставили в конец. И она посвящена Виктору Цою. Спасибо большое, всем пока. Завтра в живых группа Утехин Бэнд. Погнали. Вместе не летали.